Накануне страна отметила День военно-морского флота. На кораблях и субмаринах вдали от малой родины проходят службу в том числе и жители нашего региона. В частности, в Севастополе, где базируется десантный корабль «Ямал», сегодня побывала председатель окружного комитета солдатских матерей Людмила Буряк. Мы связались с главной солдатской мамой региона по телефону. Вот что она рассказывает о том, как прошел праздник. Вчера прошел парад. Вы, как знаете, на параде присутствовал и Владимир Владимирович Путин, и президент Украины Янукович был. Прошел красочно, очень красиво все было. И наш большой десантный корабль «Ямал» также участвовал в параде. Пообщались, сидели, поговорили. Нормально, все ребята хорошо. Все у них нормально. Знаете, никаких вопросов, вот именно, ну как, таких сложных вопросов командования нет. То, что ребята рассказали, я думаю, сегодня по заключению, вот по итогам поездки, мы сегодня встретимся с командиром обсудим все.